Здравствуйте, вы смотрите программу Открытая книга. Справедлив ли Бог? У каждого свой ответ на этот вопрос. Почему мы так отчаянно ищем справедливости и что будет, если мы ее найдем? Что говорит о Божьей справедливости священное писание? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает священнослужитель магистр богословия Сергей Николаевич Ларионов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Христиане часто защищают Бога, особенно когда у них заходит диалог о Боге с неверующими людьми, и они говорят, что, ну посмотрите вокруг, разве вы не видите, как много на земле зла? Бог несправедлив, несправедлив. И вот верующие люди начинают так ревностно Бога защищать и становятся его адвокатами, и вообще такие ситуации ну, очень часто происходят, когда заходят споры. Вот нужно ли защищать в таком случае так называемый ну авторитет Бога? Как себя вести и что вы вообще можете сказать о справедливости Бога? Действительно ли Бог несправедлив? Угу. Справедлив ли Он? Что Библия об этом ну, говорит? А тут у вас уже целых три вопроса. Да, ну как бы вот все в одном. Хочется, хочется узнать ответ на этот вопрос. Справедлив ли действительно Бог в отношении защиты Бога? Есть такой даже термин богословский теодицея, то есть когда человек начинает защищать Бога. Но, в принципе, мы нигде в Библии не находим, что мы должны его защищать. Иисус говорит, вы будете мои, моими свидетелями. Не моими адвокатами, там, да, не моими, там, может быть, даже обвинителями, как прокурорами. Mm -hmm. Вы будете моими просто свидетелями. Задача свидетеля – просто рассказать то, что он видел. А уже весь суд, пусть уже сам человек тогда решает, сделает какой-то вывод, а окончательный суд уже за Богом. Примет или не примет, отвергнет или не отвергнет. И Христос, он тоже не навязывался, ведь, в принципе. И многие селения, там, где его прогоняли, он просто оттуда уходил. Когда его выгнали из стран Гергесинской, где он там целое стадо свиней, ну, по слову его, оно утонуло в море. Христос, он не навязывается дальше, его там просят, чтобы он покинул эти пределы. Он уходит оттуда, он не препятствует людям, он позволяет им сделать этот выбор. Поэтому здесь вот очень важно нам точно так же не препятствовать человеку делать свободу выбора, сделать этот свободный выбор. Вот эту свободу никто забрать не может. Даже мы видим, что дьявол подвел Христа на крыло храма, на высокое самое место, и говорит ему, сбросься вниз, и там несут тебя ангелы на руках своих. Но ну, интересно, что он довел его до края пропасти, он вот просто до края черты, но столкнуть не может. Последний шаг, последний выбор все равно за человека. Вот так же и Бог, он подводит к себе, но все-таки человек должен сделать вот этот вот ну, шаг уже сам к нему навстречу. И здесь не нужно навязывать, не нужно человека к этому подталкивать, здесь не нужно его защищать, Бога в том числе. Ну вот теперь, если возвращаемся к справедливости Божьей, то, конечно, есть тексты, которыми мы зачитываемся буквально. В псалмах очень много говорится о Божьей справедливости, такие поэтичные слова. Допустим, 118-й псалом, самый длинный, в нем в 137-м тексте написано так. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». Либо 88-й псалом, 15-й текст. «Правосудие и правота – основания престола твоего». И человек, когда читает эти тексты, он понимает, да, вот Бог правосудный, Бог вот у него все знает, он будет правильно судить. Но есть два вопроса, которые задаются в Библии людьми. Я хочу их прочитать и потом позволю, ну, дам такую короткую паузу, чтобы наши зрители, как бы, может быть, мысленно для себя ответили на этот вопрос. Первый. Книга Бытия, 18 глава, 25 текст. Там Авраам спорит из-за Содома и Гаморы вместе с Богом, договаривается, ради скольки человек все-таки этот город не будет разрушен. И Авраам произносит такую фразу – не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. То было с праведником, то стало бы и с нечестивым. Не может быть от тебя. И дальше важно: судья всей земли поступит ли несправедливо? Вот как вы думаете, вот поступит ли он несправедливо судья всей земли? Не должен, как бы вот, да. зная, что Бог он, он великий, да, он разумный. А я он хочу должен, сказать, что он, он поступит неправосудно. Поступит. Вот пусть это не будет шоком для многих, но сейчас поймете почему. Второе. Второй текст. Книга Иова, 34 глава, 10 текст. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправды или у Вседержителя неправосудия». А я говорю, что может. Вот просто противоречу тому же Иову. Почему? Почему? Есть некоторые тексты, которые мы читаем, и они просто приводят нас в некоторый шок от непонимания того, что делает Бог. И люди, прежде всего, смотрят на эти тексты, опираясь на них, и они говорят: ну посмотрите, какая несправедливость. Ну, например, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. И когда это было? С какого времени? Исав уже успел что-то сделать, он уже успел согрешить. Где-то ну, еще нет. в глубине утра бы матери. Они ну, еще нет. не родились, mm -hmm. они уже там. А Бог уже заранее предупределяет одного на благословение, а второго говорит, ну, ты мне не нравишься просто, я тебя возненавидел. И Сав может сказать, Господи, а за что? А Бог ему говорит, а ты в зеркало себя видел? Ты посмотри на себя, косматый весь, красный. Кто такого любить будет? Господи, ну ты же меня таким сделал. Так, с Богом не спорить. Я сказал, все. И вопрос, где справедливость тогда, когда вот в глубине утробы матери уже вот эти вот вещи происходят? Идем дальше, это же не только первый случай. Поражение Озы. Человек, священник, видит, что ковчег наклоняется, хочет поддержать его, чтобы он не упал, потому что ну, если ковчег Божий падает на землю, ну, всенародный позор, все, только он касается рукой ковчега, падает тут же замертво. Человек хочет делать реально доброе дело. А где тут справедливый Бог, который убивает его на месте? медведицы, которые вышли из леса и растерзали там порядка 40 детей, когда эти дети, они издевались над Елисеем, обзывали его лысым, ну, плешивым, ну, это значит лысый. А если дальше посмотрим, то Анания, Сапфира, Новый Завет, ну, принесли они половину своего умения, пожертвовали в церковь. Но если бы кто-то сегодня принес половину своего умения в церковь, церковь бы ему рукоплескала, сказала бы, ну вот это герой веры, он такое огромное пожертвование внес на это дело, а эти люди приносят половину имущества. А Петр спрашивает, а что вы обманываете-то? Почему не все принесли? И за это они падают замертво. И когда люди читают эти тексты, то шевелятся волосы, и они говорят, так где же справедливость, в конце концов? Это как? Это так разве может вести себя Бог? Или еще один момент, теперь уже сам Бог. Говорит фараону через Моисея. «Отпусти мой народ на три дня пути». А насколько они ушли? – Всегда собирались. – Даже да. не на 40 дней. Не на... Они просто ушли, и все. А тут Бог говорит фараону, «Отпусти мой народ на три дня». И мы опять, Господи, ты обманываешь? Как? Где справедливость? Вообще, как это может быть сегодня? И вот эти вопросы буквально просто звучат и звучат. Бог, оказывается, в их понимании абсолютно несправедливый, который доступ, допускает ну, такое страшное потрясение в жизни людей. Давайте посмотрим, что было бы, если бы Бог был действительно на 100% справедливым. Мы читаем по Библии, сделанный грех рождает смерть. И, в принципе, если ты стоишь в очереди за этой справедливостью, то нет разницы, ну, какой то в этой очереди, первый или последний. Вот эта справедливость, тогда Божия должна именно достичь и тебя, и наказать и тебя, в принципе. Человек говорит, а что, ну, я ничего такого плохого не сделал, я же там не уврал, не уворовал, там не убивал. Но если мы посмотрим более внимательно на горную проповедь, ведь Христос просто говорит, кто посмотрел с вожделением на противоположный пол, тот уже грешит. А если ты ругался когда-то и сказал самому брату рака, ну, в переводе там безумный, мы бы сказали сегодня, может быть, не совсем эфирное слово дурак, но я уверен, что когда мы ругаемся с кем-то, то слово «дурак» у нас наиболее ласкательное из того лексикона, который мы используем. И оказывается, даже за это слово Христос уже говорит, подлежит тебе быть в гиене огненной, потому что от слов оправдаешься, от слов своих осудишься. И в принципе Библия всех так или иначе заключает именно под такой термин, как грех. Все согрешили и лишены славы Божьей. И здесь важен, наверное, не сам размер греха, а просто факты его наличия. Мы сегодня с вами сидим на телевидении, и вот представьте, кто-то берет и просто отрезает целый километр кабеля обесточивает поселок. И все, и там нету ни телевидения, нету ни электричества, ничего, он сдает этот там на цветной металл. А кто-то берет просто метр этого кабеля, вырезает, ну надо что-то там подвязать срочно, там, не знаю, в машине нужна проволока или еще где-то. А кто-то вообще не, даже метра не вырезает, он просто берет нож и делает один аккуратный надрез просто разрезает кабель в этом месте и все. И вот важен сам факт разрыва. И вот этот тот момент, факт разрыва отношений с Богом, в Библии называется грехом. Ты просто отключаешь себя от источника жизни. И в таком случае нет разницы какой в какой-то очереди за справедливостью. За этот сделанный грех справедливость тебя накажет. А мы читаем эту справедливость сделанный грех рождает смерть. Но ведь все грешники. Да, и В поэтому... таком случае мы все как бы и достойны, например, да, наказания Естественно. И теперь, если мы говорим, Господи, почему ты несправедлив? Но ведь эта несправедливость Божия позволяет сегодня нам жить. Вот еще раз возвращаюсь. Если Бог был бы справедливый, тогда сегодня ни одного бы уже не было. А вот Бог Библии, Он на самом деле абсолютно несправедливый Бог. Потому что он дает человеку не то, что он заслуживает, а то, в чем он нуждается. Мы требуем справедливости друг от друга, и это вот наше самое любимое дело. Муж вытрясает жены, ты обязана, ты мне должна, где мой ужин, почему ты ничего не делаешь, почему за домом не следишь. Жена вытрясает с мужа эту справедливость, дорогой, где деньги, почему не принес домой. Вместе потом начинают трясти у детей. Кто-то меня обидел, я молюсь, чуть ли не псал проклятия, проклятие, заявляя о том, что, Господи, ты будь справедлив к этому человеку, вот он такое против меня сделал, ты, Господи, вмешайся, ты накажи. При этом мы требуем справедливости по отношению к другому. Вот, Господи, ты к нему будь справедлив, но по отношению ко мне, ведь никто справедливости не требует. По отношению к себе почему-то все каждый каждый хочет милости, Божьей. И вот э, милость она не заслуживается. Милость ее просто оказывают. Ты не можешь выслужиться, ты не можешь что-то сделать такого для того, чтобы Бог на тебя обратил внимание. Он уже изначально на тебя обратил внимание при факте твоего рождения. Мы читаем, что в глубине утробы матери он уже видел наш зародыш. Он уже планировал все дни для нас предназначенные. Он уже знает конец от начала. И на всем этом пути он постоянно и постоянно вместе с нами, он рядом, предлагая свою помощь, предлагая свои услуги. То есть вот эта Божья милость, незаслуженное Божье присутствие в нашей жизни. Это и есть, наверное, самое одна из самых больших несправедливостей, которые сегодня в этом мире существуют. Сергей Николаевич, ну вот, вы говорите, что если бы Бог был справедлив действительно, поскольку мы все грешники, и мы достойны смерти, нас бы не было. Ну, нас бы и не было. Не и было все и замечательно. Этого. Как бы да, когда человека нет, он уже ничего не чувствует, и как бы память о нем предана заблению, как говорится. Вот. Но, коль скоро Господь взялся, нас так скажем, ну как бы уже за нас взялся, и он э, оказал нам милость, за нас умер Христос, вот то, как мы живем в этой жизни, вот понимаете, когда, допустим, парень с девушкой не встречаются и он ей не оказывает никаких знаков внимания она от него ничего и не будет ждать и никаких претензий у нее быть и не может но как только он начал с ней встречаться оказывать знаки внимания говорит люблю подарил ей кольцо а потом вдруг на попятную вот тут понятно она скажет слушай любимый а твои обещания и она, конечно, будет на него обижена. И, конечно, она может, ну, понятно, да, ситуация. И вот Бог, Он именно тот, кто нам дал обещание. И почему же? в своей жизни мы видим вот то, что вы сейчас описали. С Ананией, с Апфирой, там, с Озой, который был верным Божьим служителем, и когда увидел, что с повозки падает ковчег, первое его желание было, и он умирает, ну, как бы поддержать, mm -hmm. и он умирает. Вот это поэтому тем более непонятно. Mm -hmm. Почему Бог, помимо того, что Он милостив, допускает еще такие ну, поступки, которые мы не можем назвать справедливыми? Некоторая смерть, мы понимаем, что смерть является биологической, но не смерть для вечной жизни. И, может быть, даже случай Ойзлой нужен был для того, чтобы отрезвить самого Давида. Потому что ковчег был доставлен ненадлежащим образом. Все-таки нигде не было написано, что он должен был, был должны его были перевозить на тележке. Его должны были нести и сыновья Каафова на руках. Но Это пострадал другой человек, принял решение Давида, пострадал. Да, но для того, чтобы потом все общество пришло просто в трепет, и чтобы каждый боялся приблизиться к Ковчегу. То есть на тот момент настолько Бог показал свою святость, которая, может быть, была потеряна. Ковчег стал амулетом. Почему, в принципе, его нужно было возвращать именно на телеги? А потому что Ковчег оказался в плену. Израиль грешил, и за это Бог привел филистимлян, которые не раз уже опустошали их земли. И тут он приходит, израильтянам, гениальная мысль. Давай ковчег завета с собой возьмем, и все, и Бог тогда от нас не отвертится. Он к ковчегу привязан, мы вместе с ним пойдем в атаку, и все. Вот, то есть ковчег стал амулетом. Он не стал сакральной вещью, он не стал каким-то таким, вот именно той вещью, которая символизирует присутствие Божие, которое должно человека приводить в какой-то трепет, в какое-то а, святое отношение к этому предмету. И вот люди просто отучились отличать святое от несвятого. И святой стал обыденным, святой стал амулетом. И в результате Богу нужно было вернуть вот эту святость, и, может быть, для этого пострадал один человек, но было спасено все общество. Поэтому, кто его знает, для вечности Оза умер или не для вечности, uh -huh. но, может быть, его смерть как раз и была спасением для многих других. Может быть, это своеобразный такой тоже пример, ну, или прообраз Иисуса Христа. Но если возвращаясь опять к справедливости, да, мы смотрим на эти сложные тексты, и если их объяснять, то нужно будет отдельная программа по каждому тексту. Но мы забываем о самой большой несправедливости, о которой мы просто забываем и не исследуем. Допустим, совершается какое-то убийство, и тут же сразу сколько расследования по этому поводу, сколько подключается специалистов. Но самое главное убийство, которое было 2000 лет назад, когда на кресте висит распятый Иисус Христос, как-то остаются сегодня в неведении человека. А ведь это и есть самая большая несправедливость, которая есть в нашем мире. Вот вся, все сосредоточие любой несправедливости, которую когда-либо мы переживали в своей жизни. Все наши неприятности, все наши беды, все наши приключения, все остальное, оно было уже сегодня заархивировано и похоронено в нем. Бог уже взял на себя всю эту несправедливость полностью. И очень трудно сегодня консультировать тех людей, которые проходят вот этим путем несправедливости. Они сразу кричат, а где Бог? А почему он молчит? А почему он не участвует в моей жизни? Ответ только один. Бог был на Голгофе. И вот он там пережил все то, что сегодня пережил ты, и даже больше того, потому что глубину его искушений нам сегодня не понять. Ну, мы привыкли, мы родились в этом мире, преданном греху, и родились со склонностью к греху. Но он, который вне этого мира, который вообще не знает, что такое грех, мы видим, что когда Бог возложил на него грехи всего нашего мира, как мы читаем в книге Исаия, 53 главе, то сердце Христа просто не выдержало. Не выдержало от этого груза. Ну, Можно представить себе, наверное, тот момент, лучше даже не представить, а вспомнить, когда мы переживали какие-то угрызения совести в своей жизни. Что вот с нами происходило? Хотя бы какой-то один такой вот яркий момент, пусть сегодня вот там Бог нам напомнит, чтобы мы как-то почувствовали вот эту мучительную боль этой совести. Потом стоит это умножить на количество тех грехов, которые мы делали. Потом стоит это умножить на количество тех людей, которые когда-либо были, которые когда-либо будут и которые живут сегодня. То есть вот эту вот боль Христос испытал на себе. Мы не понимаем ту глубину искушения, через которую он прошел. И как раз вся наша несправедливость была там. Если ты хочешь разобраться со своей несправедливостью, ну, посмотри на Христа. Вот там вся несправедливость, которую только можно было найти. Да, это не объясняет все твои вещи, это не объясняет все твои там, как бы дальнейшие там, мотивы, поступки, не объясняет действия Божие. Но Христос иногда не отвечает на вопросы. Мне нравится, когда однажды Христос восстанавливает Петра в правах. Это Евангелие Иоанна, последняя глава. Значит, он ему дает повеление три раза пасти своих овец. И Петр, ну, по-прежнему Петр, он такой оглядывается по сторонам, как другие себя ведут, и вдруг видит, что Иоанн идет след за ними. Он не участвует в беседе, а просто Иоанн идет следом. И Петр говорит, Господи, а он что? Интересно, ему Христос отвечает, а что тебе до того? Ты иди за мною. И вот что тебе до того, ты иди за мною. Да, ты сегодня не понимаешь, почему с тобой это произошло. Трудно тебе это понять. Но ты просто иди за мной. А Есть другая ситуация с тем же Петром, когда он говорит, не умоешь ног моих вовек. А Христос опять ему отвечает, что я сейчас делаю, ты не знаешь, а узнаешь после. И вот поиск справедливости в этом мире, это тупиковый вариант развития, потому что даже дьявол, он требует этой справедливости. Он требует, чтобы по справедливости сегодня мы были наказаны. А Бог показывает альтернативу. Бог показывает, что милость, она превозносится над судом. И Бог тебя сегодня спрашивает. Ну, ты ищешь, ладно, ты ищешь эту справедливость. Но что тебе до того? Ты просто иди за мною. Может быть, ты сегодня многое не понимаешь. Ты не видишь ту закулисную борьбу, которая идет. Ты не видишь вот именно вот эту глобальную картину вот этой великой борьбы, вот этого сражения. Ты просто участвуешь только на одном фронте, на небольшом своем отрезке. Поэтому ты просто иди за мною. Вот в этой просто элементарной верности мне, вот этому доверию, вот ты можешь на самом деле со временем потом и понять, где-то мой путь, понять, почему я это сделал, понять, почему у тебя была эта потеря, и ты еще больше оценишь ту милость, которую я тебе подарил. Вот как было в случае с Иовом, который описан как непорочный человек, но с ним произошло много несчастья, он потерял семью, потерял здоровье, потерял имущество, и он вот, кстати, он ведь претензии к Богу тоже предъявлял, он О, задавал ему достаточно. вопросы, ага. да, почему ага. так Бог с ним поступил? И Бог долгое время молчал, и как бы, ну вот это можно сказать как образец Божьих действий да, с, и практически да, и с каждым из нас, и, и даже Бог любит спорящих. Бог любит спорящих, Бог любит тех, кто задает ему вопросы. И Бог любит именно честные и открытые вопросы, и честные и открытые молитвы. Иногда тоже наши молитвы, там, Господи, благослови всю Россию, благослови президента, там, и так далее. А вот реально ли это желание твоего сердца? Или это просто нужные слова в нужном месте? А может быть, у тебя на сердце совершенно другое? Может, тебя начальник хочет с работы уволить, а ты хочешь этому начальнику отомстить. Может быть, тебя сосед сверху залил, и ты хочешь подняться и нагрубить этому соседу и заставить его платить этот ремонт. И у тебя на сердце просто разрывается это все. А ты говоришь еленые слова. И поэтому мы видим некоторые псалмы, где Давид точно так же он молится и очень грубо, грубо довольно высказывает в отношении всех своих противников. Говорит, лютую ненавистью ненавижу, враги они мне а потом тут же осекаются и говорят, Господи, испытай сердце мое, и зри, не на опасном ли пути. И это очень важный момент, и Павел так и написал, что не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и, прешении, и прошении открывайте свои желания перед Богом. Вот именно желания. Господи, где был ты? Господи, почему не помог? Господи, я тебя не понимаю. Господи, я хочу отомстить. Вот эти твои яркие желания. Павел говорит, вы с этим приходите ко мне. И что дальше? И дальше мир Божий, который превыше всякого ума. Он сам соблюдит и сердца ваши, и помышления ваши во Христе Иисусе. А как же, кстати, вот текст, который говорит о том, что не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу или суду да, да, Божьему, да, да. то есть что Бог все-таки отомстит нашим обидчикам? Или ну, в чем его задача? Мы да, можем что? ждать, что он вступится и отомстит да, нашим ну, вот обидчикам? Вот Бог, Бог отомстил за смерть Стефана. Как? Тем, что он его убийцу послал на служение. У Бога совсем другая месть. Да, да. У Бога бывает совсем другая месть. Бог иногда мстит, но мстит для того, чтобы спасти и сохранить. Задача прежде всего у Бога. Самое первое. — это взыскать и спасти погибшие. И как-то Иав сказал такую фразу, «Бог помышляет и о том, как бы не отвергнуть и отверженного». Вот это вот мечта Бога, чтобы самый, казалось бы, несправедливый человек, самый отверженный, все равно имел и надежду на спасение. Ну и возвращаясь к книге Ова, мы уже говорили о ней, есть два текста интересных, ну, давайте хотя бы один прочитаю за Ова, один из Иеремии тогда. Начнем с Иеремии опять, о том, что Бог любит спорящих. Иеремия спорит с Богом, 12 глава, стих 1. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероумные благоденствуют? Он говорит, господи, я знаю, что ты прав, но я все равно буду с тобой судиться, у меня все равно к тебе есть разговор, я не mm -hmm. понимаю. И он честно, открыто об этом говорит. И это правильный подход. Главное, чтобы в этом разговоре наши бы руки молитвенно сложены не сжались бы в кулаки, и мы не стали уже богопротивниками в этом. А непонимание путей Божьих, наоборот, должно нас привести к какому-то определенному такому просто состоянию покорности. Да, я не понимаю, я утрак малый, но, Господи, со временем ты мне объяснишь. Не в этой жизни, но а в прошлом обязательно. В Следующее обязательно. И книга Иова, 37 глава, 24 текст, 23-24, великий текст. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему благоговеют перед ним люди и дотрепещут перед ним все мудрые сердцем. Итак, Вседержитель, мы его не постигаем. И не мог постичь, почему он все это с ним делает, непонятно было ему. Бог не отвечает ни на один из вопросов Иова. Он показывает ему совершенно другие, он задает, Бог теперь в свою очередь задает ему совершенно другие вопросы, и на них Иов тоже не может ответить. И в конце он говорит, полагай руку на уста и молчу. Я когда-то тебя слышал только ухом, а сегодня вижу глазами. И вот то, что прошло в его жизни, вот это вот потрясение, все эти события, они позволили несколько лучше ему увидеть Бога, как уфон. Поэтому Бог, он непостижим, но при этом он никого не угнетает. И он обладает и полнотой правосудия, и судом, и все это будет в определенное время, в определенном месте. И отсюда вывод. «Да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердца». Поэтому пусть Божья несправедливость, она все-таки приводит нас вот к этому благоговейному трепету, а не к протесту против Бога. И то, что мы сегодня не понимаем, мы должны хотя бы понять только одно. У Бога есть милость, и эта милость точно так же необъяснима. Как необъясним грех, точно так же любовь Божья, она абсолютно необъяснима. Ее абсолютно нельзя объяснить, ее можно только понять на своем личном опыте. Ее можно почувствовать и потом уже как свидетель просто делиться этой любовью с другими людьми. Ну, Здесь, наверное, важным является доверие Богу, да, потому что, несмотря на то, что со мной сейчас происходит, и как мне трудно, иногда тяжело выдержать какие-то испытания жизненные, я смотрю вперед и понимаю, что Господь когда-то это прекратит. Он не допустит сверхсил испытаний. Да? И как бы только на доверии очень часто и держатся наши отношения с Богом. Да, доверие самое важное сегодня, потому что, ну, как дети доверяют отцу, так и Бог просит от этого доверия. Вера и доверие – это однокоренные слова, и вот именно вера, она и проявляется вот в этом дерзновении, и даже если я не понимаю Бога, я просто доверяю Его пути, я просто иду следования. Угу. Ну и в конце концов бывают такие сложные ситуации, неподвластные нам, когда вот действительно только Божья помощь, мы на нее надеемся, и если мы от Бога откажемся в этот момент, мы в нем разочаруемся но как бы лучше и не будет. Потому что, ну да, мы от Бога отказались, ну а что его заменит? Альтернатива Какой нет. выход? Как... Да, да. Ну, в любом случае, это все равно выбор каждого человека. Это отношения наши, личные, которые мы выбираем сами. Я благодарю вас, Сергей Николаевич, за участие в программе. Спасибо, Спасибо за интересные вопросы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели с нами это время. Вы смотрели программу ⁇ Открытая книга ⁇ Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы. Делайте это на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.